обычную жевличку. Люблю я целовать щучек. Плыви, расскажи всем мамкам. Вот прям. Да обалдеть! Смотри, еле взялась. Еле взялась, держи ее, солнышко. Что с ней? Кто ее ел? Всем доброе утро, друзья. У нас наступило пробуждение. 6 утра на улице. Быстренько заварили чаек. Чай с лимончиком. Вкусненький, горяченький. Сейчас Анечка будет просыпаться. Сегодня у нас, надеюсь, хорошее будет настроение, потому что сегодня северный ветер. А если северный ветер, это говорит о том, что сегодня должен быть клев. Но это мои наблюдения. У каждого они свои. И северный ветер у каждого тоже свой. Поэтому я ждал его 3 дня, и вот он пришел. Вроде как сегодня и завтра обещает этот северный ветер. Анечка, 5 минут. Пора просыпаться. Просыпаемся потихонечку, подтягиваемся. Все семейство рыбаков. Надеюсь, все спали хорошо. Кто чего-то боялся, сегодня ночью ветер был западный, и мы ночью, когда выходили на проверочку наших жерлиц, там что-то шебуршало. Но Анечка, конечно, поймала немножко страху. Мне пришлось в то место покричать, посвистеть, посветить фонариками. Вот, сейчас я пошел утром на разведку. Что же там, чего же она такого испугалась? Оказывается, вчера были снегоходчики, проезжали, ну, не, видать, задели ветку, и ветка сломалась, и ветка с листиками такая сухая. И вот она там шебуршит, ну, и ощущение, что там кто-то, ночью, конечно, непонятно, в кустах, кто там шевелится, кто там что ковыряет, кто там что шевелится. Ну, вот я обнаружил. То есть, вот, даже ветка может человека испугать. Ну, особенно неопытного, небывалого. А так как мы рыбаки небывалые, непуганные, вот, то, соответственно, каждая ветка нас пытается напугать. Угу. И такая, типа, идите отсюда, доезжайте домой. Угу. О, сразу голос хорошо. Пятый день ветер с какой-то стороны, с какой-то дует, что-то пытается нам доказать. Вот, но мы не сдаемся, у нас отпуск, мы отдыхаем, мы живем в палатке, снимаем сюжеты в палатках, общаемся с вами практически в прямом эфире из палатки. Для этого не нужно создавать интерьер, он уже создан нами для отдыха. Ну что, они, продымаемся? Ну, поднимайтесь, чай уже горячий. Всем утра доброго! На дворе 10 часов утра. Я пришел первый, и тут я что-то вижу такое. Просто практически все флажки стоят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там 7, вон 8. И в конце 9. И тут я вижу, Анечка несется на перегонки. На перегонки прям несется. Снеговик охранял наше царствие снежное. Давай. Это у нас тут новая желтая капроночка. Фигушки тебе есть. А нет, слушай, есть. Тут странно, неправильно. Грузик. Налимчик. Да ладно. Налимчик. Да ладно. Отлично. Наверное. У нас флажок. Прямо на глазах. Прямо на глазах разматывается. Прямо на глазах он мотает катушку. Пускай заглотит.
Прям тащит. Не, наверное, потекает. У тебя там, Анют, потекай. У меня, не дай бог, там что-нибудь не так. Куширь? Куширь, да. Ветки. Да, слушай, второй раз, да, так вот на глазах. Ну, иду в атаку, вижу цель, иду в атаку. Хочу жрать, и меня не волнует. Слушай, щука-то. Щука? Ух ты, да еще такая красивая. Хо-хо-хо, вот это да. И слушай, это, по-моему, на тот калеченный крючок. Не исключено. Блин, здоровенькая вот такая. Ну, да. Возьми, подкажи ее нам в объективчик. Что же вы сразу ее в снег-то кладете-то, все рыбаки? Вот такая она, красавица. Но это не тигровая, не тигровая. Это щука обыкновенная. Пятнистая. Пятнистая. Класс. Да, ну, в кормушку ее. Объёга все видали? Какая... А ты знаешь, что я за рыба не ушла? Какая шустрая! Респект! Молодец! От меня еще никто не уходил. Это точно. Вот тот бы у тебя точно не ушел. Обалдеть! Наш первый почин сегодня. А, не успел. Двушечка, двушечка, такая красотулечка. Да это все 2,5. Да. Не успели выставиться. Я говорю, Анюта, флажок. Вперед побежала. Несет щучку. Тут бах, прямо на ее глазах. Еще один. Я так бегом. Это что-то. Придется сейчас на снегоходе дорогу протоптать. Потому что у нас была метель. Замело весь наш путь. Мы сегодня его заново протаптывали. Вот такая рожица. Ку-ку. Ох, какие зубы. Зубы-то все у нее. Вообще все, абсолютно все. Обалдеть. Зато чуть-чуть челюсти надо. Прям челюсть, да? В этот сустав как бы. А, ну тогда тяжелая. Порвать или надрезать. Давайте, мучитесь. Нет. Ну вот, рандомно выпал флажок мне. Шли, проверяли живцов. И этот выпал мне. Нет. Ничего себе, что-то такое очень тяжелое, ребят. Прям я чувствую леска в натягу. Конкретно. Это что-то. Это все. Опа. Так. Какое сопротивление, друзья. Опа, рыба не лезет в лунку. Да что ты? Да, он хвостом стопудов, Анечка, крючок там в корыте должен быть. Стопудово не лезет рыба в лунку. Вообще, уперлось и все. Это не в этом корыте. Да, все, пошло. Он хвост убрал, смотри. Так. Налим, что ли? Налим. Щука, ребята. Щука. Блин. Налить. Нет, ранги тут уже нету. Подожди, сейчас мы возьмем. Смотри, чтобы она к тебе. Вот, здоровая. Да, обалдеть. Смотри, еле взялась. Еле взялась, держи ее, солнышко. Какая она покоцанная. Что с ней? Кто ее ел? Вот это да, смотрите, друзья. Вот это тут монстры. Это, смотрите. Она какая-то... Она в сетке. Да она в сетке что? Была, представляете? Браконьеры ее тут в сетку ловили, и она с сетки вырвалась. Вот она, сетка. Ага, вижу. Боже мой, это у нее рана по всему телу. Вот это да, она с сетки вырвалась. Какие раны, бедная щука. Как ей досталось, а? И на тебе. Вот это все сеть. С такой огромной ячеей.
конечно, бедолага. Как тебе помучилась, а? Ну, как эти все... Типа попадалась. А тут пришла к Васильичу. Какая сеть? Это вот она в сети. Ой-ой-ой. Ну что ж, а у Васильича сети живут? На обычную жерличку. Вот это чудо! Вальдемар проехал. Смотри, флажок. Что? Смотри, ты проехал флажок. Может, ты почаще так будешь задом сдавать? Блин. Ну это же нереально. Это все реально в нашем мире. Она размотала все. Ну так что тогда ждем-то? Че ждешь? Жду, думал, размотка. А размотка-то у нас всего 5-метровые эти веревки. Я не загонял. Слушай, прикольно, да? Обратно проехал, на тебе. Налимчик. Ох, какая щучка. Какая щучка. Ричи боится уже. Он от налима получил. Так, вот эту щучку по просьбе Насти я... Дай мне это быстренько щучку. Она недалеко заглотила. Угу. Маленькая. Я сейчас тебя, дорогая, отпущу. Настя, по твоей просьбе, мы мелких всегда отпускаем, не всегда, правда, получается на камеру показать. И не всегда удачно получается снять внутряху. Поможешь нижнюю челюсть подержать? Прям вот едва-едва захватила. Она, слушай, на... Подожди, не лезь туда. Сейчас мы ей аккуратненько тут на кончиком. Стоматолога побыла. Полный набор. Вот 4 ряда. Чуть-чуть зацепилась. Да, я вижу сейчас. Вот. Ну все. Вон ее. Щучка должна расти большой. Это маленькая. Я таких не люблю забирать с собой. Поэтому мы ее отпускаем. Щучка. Люблю я целовать щучек. Плыви, расскажи всем мамкам. Все, Ричи, будь. Бульк ушла. Пока-пока, рыбка. Все, не влезь, крючок. Давай, жабца. Главное, чтобы она заново не пришла. Буль-буль-буль, ты ушла? О, хвостом вон мельнула. Это ей нужно на какую глубину туда нырнуть? Толщина льда почти метр. То есть, чтобы уйти. Вот, с ладоньку. О, ну на такой точно не позарится. У нас есть позаритель. Так, Ричи, не трожь, это не твоя добыча. Мне нужен трофей такой. Переловить Анечку хочу. Я мечтаю Анечку переловить. Анюта как бы не возьмет камеру, так обязательно принесет 4,5-5 килограмм. Вчера ночью налима огромного принесла вечером. Так, ну что, у нас вот такой вот хороший, зачетный живец. Давай. Вперед охотиться. Пускай пугает щуки. Ну все, погнали, ребята, ловить дальше. Очередной раз за щеку. Ага. Вот так. А ее конца и края нету. Вау! Вот это щека! Ура! Здравствуй, красотка. Вот это да. Здравствуй. Ой, ваша еле-еле зацепилась. Вот, покажи. И вот так вот все. Едва-едва. Какая пасть. Пятнашка. Пятнистая.
Красавица. Вот приятное ощущение. Ну что, котлета? Да? Зубастая. Смотри, сколько зубов. Что там говорят? Желтый цвет. Привлекает. Привлекает, да. В общем, это такая пятая разводка. Вот. Ну, сейчас посмотрим. О, тут кто-то есть наконец-таки. Мне кажется, налим. Тут налим. И, слушай, очень даже хороший. Идет туго. Да, идет вообще. Может, хвостом идет? Да как-то так, знаешь, как большой драндулет. Полчаса отсутствия. Ага. Полчаса куча флажков. Ёшкин, смотрите, какая голова. Смотрите, какая голова. Вот это головастик. Вот это красавец. Вот это налим. Вот это налим. Красавчик. Вчера же, по-моему, такой. Здесь же, по-моему. Да, по-моему, да, здесь да, же. Да, да, да. С таким же большим хвостом. Да, и, по-моему, на этой же желтой. Ага, да-да-да-да-да. Нам свезло. Да, класс. Один, но зато какой. Приятно-то как. Возвращается Аннушка с водопоя. Несет водички кушать приготовить. Речной водички набрала. Как ты там пел сегодня? Я спросил у ясеня. Я спросил у тополя. Окуня. Вот так. Я спросил у щуки. У окуня. Ну, на храняку плотвы. Эти точно знают, где твоя жена. Ну что, вот такая у нас водичка. Красненькая. Нормально. Сейчас мы ее прокипятим. Добавим чуть-чуть кофе. Кофе, супа, специи, нормально будет. Ушица будет вообще исключительная. Погнали варить ушицу. Вечереет. Уже 7:30 вечера. Мы за сегодняшний день нарыбачились, нагулялись. Дровишек напилялись. В общем, отдых у нас за сегодняшний день был прекрасный. Вечереет уже поздновато, но свет еще хорошо держит. Поэтому мы идем ложиться отдыхать, чтобы вечером идти снимать вечерний клев. Ночной. Ветра нету, на улице градусов минус 5. Но все красиво. На этой прекрасной ноте. Всем пока!